сломался, купить негде. Я думал, с Тердолем ты же. Два еще. За одним. Видео, он с куном. Без передка ездит. С таким черметом целое это. Ну, я так прикинул, он все подходит. Все один в один. Рассказывает. Передок у него стоит МТЗовский. Один в один. А, печечка интересная, конечно, у него. Из-под масляная, наверное. Краники он поставил. Колесики, конечно, у него. Ну, он, видать, переставлял, что ли, смотрю. Сейчас будем выгружать косилку. Косилку я ему продал. И будем выгружать. Так что сейчас зацепим, продолжим съемку. Что-то Миша мудрит. Ну, видать, сразу хочет ее положить. Вот так вот получается у нас такое видео. Сейчас еще его МТЗ сниму. А так вот такой у него чудной таракан. О, зато ухоженный, чистенький. Не сказать, что он весь там потрепанный. Ну все как-то так.